Здравствуйте! Сегодня будет видеообзор кроссовок Nike. Ну или почти Nike. Вот купил я такие кроссовочки. Красивые, да? Сбоку А+. Для катания нормально. Самое вообще то. Всего 350 рублей. Но в этих кроссовках скрывается тайна. Вот под этой вот надписью. А+, видите? Китайцы сделали такую штуку, что оторвав А+, мы получаем Nike. Вот сейчас посмотрим, как это будет. Ткань оторвешь? Да. Вот эта ткань как бы легко отрывается, она очень плохо зашита. Давай ключи, да. Давай. Сейчас включаем. Вот берем ключик, чтобы было легче. И начинаем потихоньку отрывать. Что отрывается? Тупо сидит. Начинай с середины, не с краев, нормально будет. Да-да-да. Ткань легко шевелется, тянется. На. Вот, мы получили прекрасный Nike SB всего за 350 рублей.